Всем привет! Я сегодня решила сделать небольшой обзорчик своего огорода. Вот у меня уже жимолость растет вовсю. Скоро будем есть ягоды. Уже отцвела. Виноградик просыпается. Я в этом году уже все посадила. Вот мои грядочки. Всего понемножку, как обычно, посадила. Помидорок немного. Цветут первые цветы. Пиончики набирают цвет. Вот такие малиновые. Цветов у меня немного. Место не позволяет. Хотелось бы, конечно, больше. Ну, сколько есть. Вот так вот я в этом году уже управилась. Обычно время мало из-за работы и не успеваю. А в этом году все. Все успела, как говорится, когда работаешь дома, все успеваешь. Это я место под кабачки оставила. Что-то они мне не взошли. Посеяла в теплице по новой. Потом пересажу. Чесночок у меня там растет. Деревья померзли у меня в этом году. Вон, черешня уже стоит без листьев. Слива пришлось обрезать. Груша тоже, макушка вся замерзла. Вот этих яблони и абрикоса я так и не дождала с цветочков. Абрикос тоже подмерз. Вон у него ветки сухие, местами замерзшие. Зато яблонька заветно съела ее в позатоповом году. В этом году она решила меня уже угостить. Надеюсь, яблочками. Целых 5 цветочков у нее. Но старая яблоня. Наверное, последний год будем спиливать ее. Вырастили новую ветку тут снизу ей. На замену. Она уже старая, там потресканная вся, сломанная. Девчонки мои утилизируют одуванчики. Да, девчонки? Как вам одуванчики? Нормально все? Вот так вот. Ну, тепличка. Тепличка, кстати, нормальная, перезимовала. Ничего с ней не случилось. Теплица у нас из труб, если кто не знает. Видео есть на канале, как мы ее делали. Вот, тоже. Тут у меня растет газон. Это получилось из-за того, что держала кур здесь. И они свой корм раскидывали, у меня тут взошло пшено, зерно, гречка, подсолнухи, все подряд. Ну, вот так, в принципе, ну, выщипываю потихоньку. Я выдираю, на новое растет, здесь хорошо, тепло. А так, помидорчики вот уже цвет здесь набрали. Не знаю, видно, не видно. Бутончики скоро зацветут.
Вот помидорки у меня скоро. Это я вот еще вигну посадила. Тоже у нас тут прохладно будет, поэтому решила пока здесь. Ну, и перчиков немножко, огурцов посеяла. Ну, теплица вот, все целенько. Нигде ничего не погнулось, не поломалось. Ну, прекрасно. Так что такая бюджетная теплица вполне может быть. Что вот. Ну, на этом, наверное, мой рассказ о моем супер большом огороде заканчивается. Поставлю вам дальше кадры моих красот с огорода. Всем приятного просмотра!